теперь мы приступим к основной части моей проповеди. Это было вступление, как вы уже поняли. И я бы хотел продолжить ту тему, которую начал пастор Виктор два служения назад. Он говорил о страданиях. Это так общо о страданиях. Там все немножко глубже. Вот. Я хочу продолжить эту тему. И хотел бы затронуть три сферы жизни, которые атакованы наиболее часто и сильно. Извините за такое наслоение, за повторение, в жизни каждого из нас. То есть есть три сферы жизни, в которых каждый из нас, любой человек атакован. Хотите узнать какие-то три сферы? Хотите узнать? Если вы не хотите, я повернусь сейчас и уйду отсюда. Вот эта часть хочет узнать, а вот эта хочет узнать? Хотите? Я скажу вам, но не сейчас, но не сразу. Сконцентрируйте свое внимание, пожалуйста. Есть три сферы эти жизни. И, вы знаете, мне не нравится немножко слово «атака». Вот атакован. Но есть вещи, в которых мы переживаем искушение, и в которых мы переживаем борьбу. И как пастор заметил на прошлом служении, большинство наших проблем, они не из-за дьявола, они из-за нас самих. И иногда я молюсь Богу и говорю: Господи, ну чё ж я такой, чё я опять накосячил? Я же знаю, что я сам сюда попал. Никто меня сюда не заводил, ни дьявол, никто, я сам сюда вот, ну, влез. И действительно, о дьяволе сказано в Писании, ну, не так много, гораздо больше там сказано о человеке, о человеческой плоти, так ведь? И мы должны уделять внимание тому, больше внимания тому, о чем Писание больше говорит. Согласны со мной? Так вот, наверное, 70-80% там Писание говорит в контексте от искушений и борьбы о человеческой плоти, нежели о дьяволе. Но все-таки о дьяволе кое-что из Священного Писания говорит. Так ведь? И вот я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели 1 Петра 5:8. 1 Петра 5:8. Можно показать 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Я не успел, к сожалению, подготовить одну картину, которую вам хотел показать. Это картина, которая написана импрессионистом Анри Руссо. В 1905 году он написал эту картину, и она называется «Голодный лев, который поедает антилопу». Я вам просто расскажу, вот вы включите воображение ваше об этой картине. Вообще картины импрессионистов, они очень яркие, они очень красочные, они очень красивые. Вот, и вот в этой картине тоже очень много красок. Там, знаете, нарисована такая идиллия. Потом дома посмотрите. Посмотрите обязательно. Там такая красочная картина. Лето, буйство зелени, закат. То есть вечерний такой закат приятный. Вы любите летние такие, после знойного дня летний закат. Солнышко заходит, так тепло, легкий бриз на тебя дует. Вокруг зелень, еще когда комаров нет. Вот представили себе такую картину? Да или нет? Что у вас с воображением-то, братья и сестры? Вот. И вот эта вот картина чудесная, летнего вечера, приятного. И там вот, все так хорошо, рай просто. Просто рай. Замечательно все. И в центре этой картины там антилопа, в которую вцепился лев. Вот посреди этого рая там вот антилопа, которую загрызает лев. Он вцепился в нее и жрет ее. Вот эта антилопа, она ходила, наслаждалась этим раем, смотрела на солнце, смотрела на зелень, щипала травку, и вдруг лев вылетел и вцепился в нее. Он нашел свою добычу. Так вот, вы знаете, мы иногда вот живем в таком вот, крайне редко. Я иногда спрашиваю Господа, думаю: Господи, почему такие позитивные, хорошие моменты жизни, они какие-то недлительные? Ну, не очень длинные они. Вы замечали это или нет? Кажется, что ты вошел в какой-то вот такой благословенный портал жизненный. И ты идешь, так думаешь: ой, как бы не спугнуть, как хорошо, вот оно, счастье. Раз. Ха. Привет, жизнь.
Здравствуй, жизнь. Вот, или я один такой здесь? Или у вас все стабильно, хорошо? Я вообще уважаю людей, у которых, которые вот, ну, счастливы постоянно, у них, ну, вот, смотрите, лев уже за вами охотится. И именно в такое время, знаете, когда у тебя все хорошо, ты внутри понимаешь, ну, не может быть так все хорошо. Ну, не может быть так все замечательно и гладко все. И в этой связи я вспоминаю одну песню, одну свою любимую песню, которую пела группа «Воскресенье» в свое время. Там такой припев есть, он звучит таким образом: и меркнет свет, и молкнут звуки, и как же там, как? Ну? Новой муки ищут руки. И вот последняя строчка: если боль твоя стихает, значит будет новая. И потом с такой ехицей: беда, да-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 да. Вы знаете, я когда стал христианином, я старался эту песню не слушать. Я старался не слушать, потому что у меня был однажды такой случай. Вот я тоже вошел в такой счастливый портал, и я услышал эту песню. Ты идешь в этом счастливом портале, наслаждаешься жизнью и думаешь, что-то не так, не может быть, чтобы все так было хорошо. Но какая-то подлянка все равно будет. Что-то все равно произойдет. И я где-то случайно, вот прям вот, знаете, как будто Дух Святой акцентировал мое внимание на вот этой песне. Если боль твоя стихает, значит будет новая беда. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Я знаю, что это не укладывается в теологию некоторых людей, но так в жизни часто бывает. Оно чаще всего так и происходит. И точно случилась беда после этого. И с тех пор я старался эту песню как-то... Ну, знаете, старайся, не старайся, а так в жизни происходит, к сожалению. К сожалению или к счастью, не знаю. Виктор проповедовал в прошлый раз, что к счастью. Что к счастью. Поэтому мы не всегда понимаем, что для нас истинное счастье, что для нас истинная радость и благословение. Но знаете, у нас есть противник, так ведь? Противник, который противится нам, который нам ставит палки в колеса, который ходит, ищет, он ищет, рыщет, он добытчик, ища кого поглотить, ища кого схватить, ища вот эту антилопу в ее раю, чтобы испортить ей жизнь. И вы знаете, вот этот рыкающий лев ходил, бродил, ходил, бродил, и вместе с сынами человеческими явился в Божие присутствие, как говорит книга Иова. Давайте книгу Иова, первую главу посмотрим. Книгу Иова, первую главу. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Как мы с вами, так ведь? Вот наш с вами образец. Человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Хороший человек, так ведь? И с хорошим человеком ничего плохого случиться не может. Так или нет? Вы знаете, в мировоззрении, в раввинистическом древнем мировоззрении, вот это так и было. Если у тебя с Богом все хорошо, ты богобоязненный, добрый, хороший, значит, у тебя и в жизни все должно быть хорошо. А если что-то с тобой случается, значит, у тебя с Богом какие-то нелады. Что-то с Богом у тебя не так. И вот давайте прочитаем дальше. Второй стих. Второй стих. «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери». Ну, такой плодовитый дяденька был. 7 сыновей, 3 дочери, 10 детей. Многодетная семья. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц. И весьма много прислуги. Был человек этот знаменитый всех сынов Востока. Я вам скажу, как человек, который чуть-чуть занимался сельским хозяйством. Вот, я только сегодня утром приехал с картошки. Вчера мы с Галей докапывали картошку. Вот, я чувствовал себя студентом-первокурсником, который под дождем роет, выкапывает картошку. Надо все вовремя делать, да? Все вовремя делать. Вот. И так вот, как человек, который занимался немножко сельским хозяйством, я понимаю, чтобы прокормить вот 500 пар волов,
нужно очень-очень обширные большие поля. Да ведь? Очень много нужно кормов, очень много нужно сена для того, чтобы прокормить все это. То есть он был крайне богатый человек, крайне благословенный. Ну, олигарх просто того времени. Давайте 4 стих читать. «Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме, в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними». То есть, вот знаете, вот такая идеалистическая картина, как вот на произведении Анри Руссо. Просто вот, ну, жизнь удалась. Жизнь удалась, все замечательно. Дальше будем читать. «Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их и одного тельца за грех о душах их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем? Так делал Иов во все такие дни». Потрясающий отец. Он молится за своих детей. Он молится, он приносит за них жертву, он поддерживает свою семью, он удачливый бизнесмен, он очень уважаемый человек. В общем, у него все в порядке в жизни. Давайте дальше смотреть. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана». И дальше. «И сказал Господь сатане: откуда ты пришел?» Такой интересный вопрос. Я тоже думаю, как он туда попал вообще? Как его занесло туда? «И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее». То есть вот он, видите, он ходит, как рыкающий лев. Ходит, ищет, кого поглотить. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Это, знаете, это как подстава какая-то, вот как молодежь говорит. Ну зачем обращать внимание на Иова? Зачем? Лучше на какого-нибудь грешника, на какого-нибудь... Обратил ли ты внимание на вот этого вот негодяя, который прелюбодействовал, который согрешил? Чего на него внимание-то обращать? Он уже и так съеден мной. А вот тут свежая жертва. «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». 9 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязненный Иов? Но каждый судит в меру своей испорченности». Так ведь? Каждый судит в меру своей испорченности. И он говорит: разве даром? Разве могут быть такие люди, которые за даром служат Богу? Я вам скажу, есть такие люди. И в новой жизни служат служители, которые служат здесь не мзды ради, а державы для, ради державы небесной. То есть есть люди, для которых вот они пренебрегли земным ради того, чтобы достигать небесного, чтобы искать горнего. Такие люди существуют, и слава Богу за них. Аминь. Слава Богу. «Разве даром богобоязненный Иов?» Дальше. «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него?» Это справедливо, это истина, да? Бог защищает Иова. «Иова, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» То есть, посмотрите, сатана говорит Богу: слушай, ну, у него столько всего, он всем этим окружен, он привык к этому. Но если ты у него все это возьмешь, будет ли он тебя благословлять? Будет ли он таким же богобоязненным? Будет ли он таким же щедрым? Будет ли он так же любить, продолжать? Будет ли это? Давайте 12 стих. «И Господь сказал сатане: вот все, что у него в руке твоей». Ну, это просто... «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. Вы знаете, я в этом месте Писания вижу одно. Сатана не может сделать ничего более того, чем Бог, Бог ему не позволит. И я, знаете, я не верю, что Бог является источником зла. Он не допускает, он, знаете, он не делает нам зла, но он допускает испытания в нашу жизнь. Допускает испытания в нашу жизнь. В данном случае у них с сатаной возник спор. И Бог был настолько уверен в Иове, настолько был уверен в нем, что говорит: давай проверим, испытай его. Бог сердцеведец всех, и он знает наши сердца. И вы знаете, как всегда, он убивает тут двух зайцев.
Он проводит нас через определенные испытания, но при этом Он не допустит до нас искушения сверх наших сил. Он не даст нам больше, чем мы можем перенести. И на тот момент, когда это случилось с Иовом, Бог говорит: возьми все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. Это была та мера страданий, которая была допущена до Ева на тот момент. И отошел сатана от лица Господня, радостный такой. Бинго! 13 стих. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего». 14 стих. «И вот приходит вестник к Иову и говорит: волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острем меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает: халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Вот это да! Вот это да! Пришла потеря, серьезная потеря в жизнь Иова. Вот представьте себе, в одно мгновение лишиться всего, что у тебя было в жизни. Лишиться всего вот этих там, ладно, верблюдов, ослиц и там домов, имущества. Его дети погибли. Дети его погибли, дети его умерли. В этой связи я, знаете, вспоминаю историю, которая произошла в 19 веке. Это случай из жизни известного сочинителя гимнов Горация Спафорда. Я вам уже рассказывал как-то эту историю, рассказывал ее в церкви во время великого пожара в Чикаго, который произошел во второй половине 19-го столетия. Город полностью сгорел, и у Горация Спафорда был, ну, бизнес в Чикаго, и все склады, на котором хранилось его имущество, они полностью сгорели. Он лишился всего в одночасье. Вот все, что у него было, он полностью всего лишился. Его семья поехала в Старый Свет, в Англию, в отпуск, и на том корабле, на котором плыли его жена и четверо дочерей, случилась катастрофа. Корабль пошел ко дну, и он получил радиограмму, телеграмму, письмо, в котором говорилось: все погибли, осталась жива я одна. Это очень похоже на то, что переживал Иов, не так ли? Это реальная история жизни одного Божьего человека, который жил в 19 столетии. И вы знаете, давайте посмотрим на реакцию Иова на это произошедшее. Можно вернуть? 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Посмотрите, какая реакция удивительная. Согласитесь, это удивительная реакция. Мы с вами иногда готовы вопить и ругаться, когда у нас случается небольшая нужда. Так или нет? Ну или большая нужда. Здесь Иов и Горация Спафорд, они лишились практически всего в своей жизни. Ну, в имущественном плане. Они лишились всего в своей жизни. Но реакция Иова была поклонение Господу. Реакция Горация Спафорда была точно такой же. Когда он плыл навстречу к своей жене на корабле и проплывал в том месте, где утонули его дочери, он сочинил знаменитые слова, слова знаменитого гимна, который называется «It is well with my soul» — «Хорошо все с душой моей». Помните, мы поем этот гимн, да? «Мой Господь со мной, Господь мой с душою моей,
Когда словно море потери мои и реки печали текут, тогда я скажу посреди всех скорбей, что Господь мой с душою моей. Удивительный гимн родился у Спаффорда. Вместо того, чтобы драть волосы на голове, вот такая благочестивая реакция на эту ситуацию. Поклонение Господу. И вы знаете, когда подобные вещи... Но я так думаю, что, знаете, вот все, что показано в книге Иова, это такая гипертрофированная ситуация. То есть, ну, ситуация, доведенная до абсолюта, понимаете? То есть вот Христос, висящий на кресте, нам уже не надо висеть на кресте, согласны со мной? Но, тем не менее, мы проходим через трудности, так ведь? Скорее всего, никто из нас не столкнется с тем, с чем сталкивался Иов, вот в полной мере. Согласны? Или есть такие люди, кто сталкивался с чем-то подобным? Поднимите руку. Вы есть, да? Вы переживали все, что переживал Иов. И проказа покрывала ваше тело. Нет? Ну тогда значит нет, не подходите вы. Не подходите. То есть это такие гипертрофированные ситуации, которые показывают, вот был человек, который прошел через вот эти вещи. Значит и ты сможешь. Значит и ты преодолеешь. Значит, и у тебя получится выйти победителем. И тут показана реакция этих людей. Благочестивая реакция. Поклонение. Бог, я вообще не понимаю, что происходит в моей жизни. Потеря за потерей, трудность за трудностью. Но я поклоняюсь тебе. Я продолжаю славить тебя. Я продолжаю превозносить тебя. Я продолжаю возвеличивать тебя. Аминь. И знаете, вот я говорил о трех сферах, в которых мы атакованы более всего. И как бы на фоне вот этой истории все эти вещи кажутся какими-то меркантильными и маленькими. Но тем не менее, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. И одна из сфер, с которой мы, которая бывает атакована в нашей жизни, это сфера нашего имущества, это сфера наших финансов. У кого есть сложности в сфере финансов? Ну, где-то у третьей, а у остальных все в порядке. Вот у кого нет сложностей в сфере финансов, вы жертвуйте больше в церковь. Побольше жертвуйте. Вот. Но для тех, у кого эта сфера атакована, поклоняйтесь Богу, продолжайте славить Его, но не для того, чтобы что-то приобрести от Него, а для того, чтобы приблизиться к Нему, даже в момент этой атаки, этой трудности. Аминь. Потому что, когда, знаете, ну вот атака подобного рода приходит в нашу жизнь, мы концентрируемся на ней или на себе. О, моя проблема, я в такой проблеме, мне так тяжело, как я буду платить, как я выплачу этот кредит, как мне платить по счетам. Знакомо вам это или нет? Или я один тут такой? Я один, слава Богу. Я самый немощный из вас в вере, поэтому я вам проповедую сегодня. А верова, немощного в вере принимайте без споров о мнения. Я с вами своим опытом личным делюсь. Ну, как бы перед вами исповедуюсь, что ли. Понимаете? А вы сильные, должны сносить немощи бессильных. То есть поддержите меня в моей слабости, в моей немощи. Хорошо? Спасибо вам. Вот. То есть, когда у тебя... проблемы, ты сконцентрирован на себе, сконцентрирован на проблеме. Я как-то помню, сижу в офисе, и у меня вот думка, я думаю, сижу, как мне вот это вот сделать, как... Я помню, пастор подходит, говорит, ты что такое-то? Что у тебя там в голове происходит? Ну, не так, конечно, он спросил, культурно. Вот. О чем задумался детина? Вот. Ну, я сказал, вот есть такая ситуация. И он там сказал несколько слов. Я понял, что ситуация разрешилась. И как-то так сразу. И я думаю, а что ты до этого момента-то не был вот в этом состоянии? В состоянии покоя. В состоянии доверия. Это большой вопрос. Давайте дальше мы пойдем. Посмотрим 22 стих.
22 стих. «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». 2 глава 7 стиха. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова». Там между ними возник тот же самый диалог, вы помните, да? Сатаны с Богом. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютую от подошвы ноги его по самой теме его». Дальше. «И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И сказала ему жена его: ты все еще тверд непорочности твоей, похули Бога и умри». Но вот смотрите, вторая вещь, с которой столкнулся Иов, это атака номер два. Это потеря здоровья. У кого из вас есть проблемы со здоровьем? Опять не так много. Я думаю, у нас благословенная, богатая и здоровая церковь. Просто чудесно. Чудесно. Слава Богу за вас, братья и сестры. Я не знаю, зачем я вам проповедую сегодня. Вот. Может, на будущее, на всякий случай, действительно. Вот. Вторая вещь, с которой столкнулся Иов, это атака на его здоровье. Причем очень серьезная атака. Он столкнулся с заболеванием, которое было неизлечимо на тот момент времени. Он был покрыт полностью проказой. Вы знаете, что такое проказа? То есть это когда тело покрывается различными волдырями, нервные окончания отмирают, человек теряет чувствительность, то есть пальцы, кожа, то есть полностью теряется чувствительность. Из-за этого люди ломают ноги, они теряют конечности и так далее, и так далее. Но это страшное заболевание, страшное заболевание. И в то время, во времена Иова, эта болезнь считала признаком проклятия. Если ты заболел проказой, значит, ты проклят. И вот такая вещь случилась с Иовом. Он заболел. Он заболел очень серьезно. И опять же, я вам хочу сказать, Бог не является, Он не посылает нам болезнь, но Он допускает какие-то вещи, чтобы с нами произошли. Я не знаю почему, но я знаю точно зачем. Но зачем, я объясню вам в конце, в самом конце. Вам интересно знать, зачем? Я объясню вам. Да вы знаете ответ, скорее всего. Он потерял здоровье, и эта сфера его жизни была серьезно атакована. И, как говорится, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, да? Так ведь или нет? Вот у Иова все было наоборот как раз. Он был бедным и больным человеком. То есть он потерял здоровье. Эта сфера жизни его была серьезно атакована. И вслед за потерей имущества, за потерей здоровья, пришла еще одна потеря. Еще одна сфера его жизни была атакована. Это сфера его взаимоотношений. Давайте посмотрим дальше. Седьмой стих второй главы. Седьмой стих можно? Седьмой. «И отошел сатана от лица Господня и поразил его проказой лютой от подошвы ноги его по самой теме его». Восьмой стих. «И взял он себе черепицу, чтоб скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И сказала ему жена его: ты все еще тверд непорочности твоей, похули Бога и умри. Вот тебе помощница, данная от Бога». Хороший совет дала она ему, так ведь? Да умри ты уже, уйди ты с глаз моих долой. Вы знаете, хорошо следовать за победителем, за богатым, за здоровым, за благословенным. А когда бедный, больной, сидит, черепица себя скоблит, весь такой некрасивый, вообще некрасивый. От прошлого Иова там ни следа не осталось, ничего не осталось. И вот, знаете, сфера его взаимоотношений была также атакована. Причем отношения с самыми близкими людьми, с самым близким человеком, с его супругой, с его женой. Жены, у меня к вам просьба. Поддерживайте, пожалуйста, своих мужей. Аминь, сестры. Поддерживайте своих мужей. Мужчины, вот некоторые из них, они... как я, например, они очень эмоциональны. Вот я эмоциональный человек. У нас тоже такая семья эмоциональная. И я
бурно выражаю часто свои эмоции, из-за чего часто страдаю. Бурно выражаю свои эмоции, но иногда бывают такие моменты, что что-то внутри меня происходит, и я не могу это выразить словами, я не могу это сказать. И ты к жене подходишь так, смотришь на нее так. Ты хочешь сказать, но не можешь, как вот это. Братья, это с вами бывает такое, нет? Или я один такой, опять? Ну, хоть здесь я попал в правильную аудиторию, в правильную точку. Ну, я вам, сестры, немножко говорю, у вас же как бы скоро женская конференция. Вот я специально для вас чуть-чуть в преддверии женской конференции вам скажу о мужской психологии чуть-чуть. Вот как мужчина чувствует послание от мужчины. Вот, и так важно, вот, чтобы женщина, она как бы так, у нее глаз такой наметанный был. Так, что-то, дорогой, ты захандрил. Что-то ты захандрил. Давай будем молиться. Давай будем искать лица Божьего. Не обижаться в этот момент. Вы знаете, мужчины иногда реагируют так вот отстраненно. Не потому, что он тебя не любит, а потому, что он думает о судьбах человечества. Пока жена думает о доме, мужчина думает о глобальном. Он думает о судьбе всего мира. О войнах, гладах, морах, о всеобщей несправедливости, которая происходит на земле. А женщина думает о детях. Она думает о том, как мусор вывести. Она думает о том, как прибраться вовремя, как детей напоить, накормить, как приготовить. И это, братья, великий труд. Чего вы не аминькаете-то? Братья, скажите аминь на это. Это великий труд. И слава Богу за наших жен. Наши жены пушки заряжены. Слава Богу за них. Это большой труд. Но иногда бывает такое состояние, когда мужчина, он вот-вот, ну... А ты еще обижаешься вот под Богом. Его бы кто самого утешил, а ему еще тебя надо утешить. Тебя надо благословить. Ему самому тяжело. Ну... Здесь я попал в тупичок, но ничего, пойдем дальше. Пойдем дальше. Экзистенциальный тупичок. Сам не знаю, что это такое, но... Но, по-моему, это интересно. Итак, потом приходят друзья Евы, вы помните, да? Три друга. И некоторые упрекают друзей Евы, они говорят, какие нехорошие друзья. У Иова, у Ева. Все, я, видите, путаюсь. Иов, 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 Иов. Как правильно-то? Иов все-таки? Говорят, Иов. Вот Иов. Видите, мнения опять разделились. Как говорится, для всех я сделал совсем. Вот. И пришли три друга, и они увидели проблему Иова. Увидели его проблему. Но человек был в серьезной проблеме, так ведь? И они были очень хорошими друзьями. Они не пришли и не стали говорить ему, о, ты проклят Богом. Они потом все равно к этому выводу придут, к результату. Но вначале что они сделали? Они содрали свои одежды, они посыпали голову пеплом и сели с Иовом, и 7 дней вместе с ним сетовали молча. Они сели и молчали рядом со своим другом. Это настоящие друзья. Согласитесь? Ну так или нет? Братья, я хочу, вот, чтобы у меня были такие друзья, когда вот мне плохо, чтобы он не пришел и не говорил, я сейчас тебе помогу, я сейчас тебе дам 5 принципов успеха, и все, ты прорвешься, и все будет замечательно. Иногда нужен такой человек, который просто придет и помолчит с тобой. Поплачет с тобой. Плачьте с плачущим. Это были хорошие друзья. Замечательно. 7 дней молчать, просто сидеть, молчать, ничего не говорить. Это уже подвиг. Но потом у них начался теологический спор, теологическая беседа, в результате которой они пришли к выводу, что Иов не прав в чем-то перед Богом. А Иов был уверен в своей непорочности. И потом, вы знаете, результат всего этого. Бог пришел к Иову, он сказал, ты говорил обо мне правильнее, чем эти трое ребят. То есть, ну не совсем все то, что ты говорил правильно, но во всяком случае, все, что ты говорил, было правильнее, чем эти трое. А вы, дорогие, разбирайтесь во всем этом.
что там правильно, а что там неправильно. Я не запутанно говорю? Нет, нормально, ну слава Богу. Но вот вы знаете, когда Иов пережил поражение вот в этих трех сферах своей жизни, о которых мы говорили с вами выше, меня все-таки поражает его реакция. Он там наговорил кучу всего. В момент страдания ты можешь говорить вот, ну. Я знаю только одного человека, который вот, я не слышал ни слова ропота от него. Это мой друг Евгений Галеев. Я видел его вплоть до последнего дня, его страдания. И вы знаете, вот сколько я бы к нему не приезжал, не приезжал в их семью, ни от него, ни от Оли, я не слышал ни слова ропота. Ни одного слова. Я просто поражаюсь. Я бы, наверное, весь изнылся. Господи, что ты сделал со мной? Что ты? Ни слова ропота. Вот, но Иов, конечно, когда все это на него свалилось, он тоже наговорил там, он говорит, да будет проклят день, в который я рожден, выкидыш благословений, чем я. И в минуты роковые мы тоже что-то говорим такое негативное. Согласны со мной? Говорим или нет? Правду. Говорите только правду. Положите руку на Библию, говори, клянусь говорить правду и ничего, кроме правды. Мы говорим подобные вещи. И я вообще, знаете, очень переживаю и боюсь говорить на эту тему, потому что я усвоил один урок, который преподал мне брат Дерек Принц. Он сказал однажды, вот то послание, которое ты проповедуешь, в этой сфере ты будешь испытан. И мне вам это проповедовать, знаете, вот, ну, не хочется прям. Но надо по какой-то причине. По какой-то причине надо об этом сказать. И я представляю, каково проповедникам, пасторам, которые каждое воскресенье служат своей общине. Они ведь послание за посланием выдают, а потом это слово их испытывает. Поэтому они впереди, а мы немножко сзади. Господи, помилуй, пожалуйста. Да пройдет вся жизнь мимо меня. Так вот, я поражаюсь реакцией Иова. Он говорит, Иов 19:25. Иов 19:25. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Какая вера, какое упование, какая надежда. Апостол Иаков, послание Иакова 5:11. Там сказано, Иакова 5:11, можно показать? «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Иов был очень терпеливым человеком. Очень терпеливым человеком. И для того, чтобы нам преодолевать страдания, нам нужно что с вами? Терпение. Но важно помнить, что страдание, оно не навсегда, друзья. Писание говорит, что это легкое, кратковременное страдание, оно впоследствии откроет большую славу. Большую славу. Это не навсегда. Одна из той лжи, которую враг пытается нам навязать, что страдание, которое мы переживаем, но это вот, оно никогда не закончится. Все когда-то начинается и все когда-то заканчивается. Ты войдешь в долину смертной тени, но ты выйдешь из нее обязательно. И в конце этой долины Иисус накроет для тебя трапезу ввиду твоих врагов. Ты будешь есть и насыщаться. Аминь. Слава Господу. Меня это утешает и вдохновляет. Иов выражает свою веру, несмотря на то, что происходит в его жизни. Он говорит, я знаю,
Искупитель мой жив. Я хочу вам сказать, наш Искупитель жив. Он живой, чтобы спасать, исцелять и освобождать нас. У нас есть с вами величайшая надежда, которую дал нам Христос на Голгофском кресте. Я знаю, это звучит как какой-то лозунг, но это правда. Это правда. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня ободрились с вами и укрепились верою в Господа. Вот и все. Я не даю вам каких-то рецептов, вот как нам пройти через финансовый кризис. Да вы знаете как. Надо десятину отдавать, пожертвования, да? Как нам со здоровьем со своим поправиться? Ну, перестаньте есть то, что не нужно. Делайте зарядку, отдыхайте побольше. Измените свои вредные привычки, и здоровье прибавится, честно вам говорю. Если в отношениях у вас проблемы, ну, идите попросите прощения или простите кого-то. Я не буду вдаваться во все эти тонкости. Вы все это прекрасно знаете. Так ведь? Писание не говорит нам вот, ну, какую-то вот такую вот панацею. Но оно показывает нам примеры людей, которые прошли через подобные вещи и вышли из них очень достойно. И я бы хотел, чтобы вот мы, как церковь, мы через все трудности проходили достойно. Аминь. Слава Богу. Давайте помолимся. Блаженны все зевающие. Да благословит вас Господь. Хоть бы вам птичка в рот не залетела. Знаете, как это неприятно для проповедника, когда люди зевают во время служения. О, какой у нас долготерпеливый и любящий пастор. Он видит, как вы зеваете. Или вы на его проповедях не зеваете? Не скажете вы правду. Ладно, давайте помолимся. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Драгоценный Святой Дух, Ты утешитель наш, Ты Бог наш. И каждый из нас, кто родился свыше, мы проходим через определенные ситуации, Господь, через определенные обстоятельства всю нашу земную жизнь. И я хотел сказать этим святым людям, зачем Ты допускаешь в нашу жизнь страдания? И глядя на пример Иова, мы видим, Господь, что Иов был полностью изменен. Его мировоззрение изменилось, его отношение к Тебе изменилось, его богословие изменилось. Он стал другим человеком, иным человеком. Он прошел через горнило страдания и вышел как золото, очищенное огнем. Он был золотом, в котором были примеси, но он вышел как золото, очищенное огнем. И нам не всегда нравится Твой огонь, Господь, нам не всегда нравится это пламя, потому что оно испепеляет все внутри. Нам становится больно, тяжело. Но это исцеляющий огонь. Это исцеляющее пламя. Спасибо Тебе за то, что Ты посылаешь этот огонь испытаний, Отец. Спасибо Тебе, Господь. И я молю Тебя, чтобы мы, как тело Христа, как люди Божьи, с достоинством проходили предлежащее нам поприще, Господь. Глядя на то, как это делали мужи и жены прошлого, я молю Тебя, Дух Святой, утешь Твоих святых, особенно тех из них, кто проходит сегодня жесткое испытание, кто проходит через шторм, через бурю. Я прошу Тебя, пусть даже вот они находятся в самом оке этой бури, но пусть там они будут окутаны Твоим присутствием, Твоей крепкой сильной рукой. Покажи, что Ты жив.
покажи, что ты силен избавлять. Обрадуй нас этими радостями избавления, Господь. Поставь нас на пространном месте, Господь. Драгоценный Святой Дух, спасибо Тебе за Твое присутствие. Утешь Твоих детей, утешь Твою церковь, Твой народ, Господь. И давайте за эти три сферы нашей жизни помолимся. У кого есть проблемы вот в сфере финансов сегодня? Держите руку поднятой, пожалуйста. Люди вокруг, возложите на них руки. Отец, мы молимся, Господь, чтобы решение пришло, Господь, в жизни тех людей, Отец, чтобы Ты дал силу им пройти, Господь, через это испытание, Отец. Господи, чтобы Ты вывел людей из долговой ямы, Отец, из кредитной ямы. Господь, чтобы Ты восполнил все наши нужды по богатству Своему в славе Христом Иисусом. Когда мы находимся в Твоем присутствии, когда мы ищем прежде всего Твоего Царства, все остальное прикладывается, Отец. Приходит восполнение, приходит благословение от Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Утешь нас в этой сфере, Господь. В сфере наших финансов, нашего имущества. Мы все доверяем Тебе, нашему доброму Отцу. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. У кого есть проблемы в сфере здоровья? То есть у вас есть проблемы в сфере здоровья? Я прошу вас, встаньте тогда. Встаньте тогда, чтобы вас было видно. В принципе, встаете как здоровые. Пожалуйста, люди, кто вокруг, возложите на них руки тоже. Возложите на них руки. Вот здесь такой большой косячок, что не знаешь, на кого руки. Давайте будем молиться. Дух Святой, мы молимся, Господь, чтобы в сфере нашего здоровья была показана Твоя щедрая отцовская рука, Господь, чтобы Ты коснулся Твоей исцеляющей силой, Отец, силой Твоего Святого Духа. Ты умер за нас на кресте, и ранами Твоими мы исцелились. Мы благодарим Тебя за кровь Агнца, за кровь Христа. И не ради нашей славы, Господь, но ради славы Твоей, Господь. Яви, Господь, свою исцеляющую силу в больных телах. Яви Твою исцеляющую силу, Господь. Яви Твою исцеляющую силу, Господь. Коснись силой Божией. Коснись силой Духа Святого, Господь. Пусть каждая болезнь смирится перед могущественным именем Иисуса Христа. Перед великим могущественным именем Иисуса Христа. Бог всемогущий, слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Аллилуйя. И у кого есть проблемы во взаимоотношениях с людьми, у вас есть вот сфера взаимоотношений ваших атакована, вы можете сесть, просто руку поднимите. У вас есть какие-то сложности во взаимоотношениях, поднимите, пожалуйста, руку, не стесняйтесь. Может, вы тут вдвоем сидите, у вас сложности друг с другом, и вы думаете, кто первую руку поднимет. Ну, вместе поднимите руку, а после собрания подойдите друг к другу и скажите: да прости ты меня. Да прощаю я тебя. Какой же глупой я была. Или глупым. Отец, я молюсь Тебе за тех людей, у кого сфера взаимоотношений атакована, Отец. Кто переживает кризис в сфере отношений, Дух Святой. Отец, коснись, Господь. Пошли исцеление, Отец. Пошли исцеление в семьи, Господь. Пошли исцеление в семьи, Господь. Дух Святой, когда супруги, они не могут вместе, Господь, когда, Боже, кризис пришел в их взаимоотношения, Господи, восстанови их любовь. Помоги им, Дух Святой. Помоги, Дух Святой, помоги, Господь, преодолеть. И все преодолевшее устоять, Господь. Пусть любовь возгорится с новой силой.
с новой силой, с новой страстью, Господь. Господи, благослови эти сердца, которые жаждут новых отношений, Господь, измененных отношений. Утешь, Дух Святой, каждую семейную пару, Отец. Каждую семейную пару, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, за тех людей, кто переживает трудности во взаимоотношениях с детьми. Ты обещал, Господь, в книге пророка Малахии, что в последние дни Ты обратишь сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. И я прошу Тебя, Господи, пусть это пророчество, оно действует сегодня среди нас. Пусть наши дети, Господь, они будут в доме Твоем. Пусть наши дети прославляют Тебя, возвеличивают Тебя. И между нами будет единство. Мы будем друзьями с ними. И они переживают нашу любовь, Господь. Пусть они видят, что есть место, куда они всегда могут прийти. Где они всегда будут под защитой, Отец. Благослови их, Отец. Благослови, Отец. Я также молю Тебя, Господь, если где-то с сотрудниками, Отец, на работе есть сложности во взаимоотношениях, Отец, между начальством и подчиненными, Господь, или между братьями и сестрами есть какие-то раздоры, разлады, Господь. Коснись, Дух Святой, исцели эту сферу взаимоотношений, Отец. Благослови, Отец. Приведи нас в Твое присутствие, к Твоим ногам, где мы склонимся, Господь, где мы смиримся, Отец, где мы научимся любить своего ближнего так же, как Ты любишь его, Отец. Благослови, Отец. Благослови. Благослови.